Всех приветствую! Готовим моченые яблоки. И здесь яблоки Антоновки и северный синап. Готовим рассол. В кипяченую холодную воду добавляем 100 грамм соли и 400 грамм сахара. Воды 5 литров. Перемешаем до растворения. Нам понадобится еще листья вишни и смородины. Черная смородина. На дно банки кладем листья вишни и черной смородины. Четыре пятины держим при комнатной температуре. Как только появятся пузырьки, значит начинает заквашиваться. Убираем в прохладное место. Через 40-45 дней можно кушать. Хочу вам показать сливы, которые почти больше месяца назад я посыпала сахаром и поставила в холодильник. Эти сливы на вкус почти как моченые яблоки, а сок очень вкусный, как квас. Такая хрустящая слива получилась, очень вкусно, а сок еще вкуснее.